Автозавод «Урал» похвастался успехами. Из-за ухода многих конкурентов продажи грузовиков этой марки резко выросли. В мае прошлого года компания передала клиентам 257 машин, а в этом на сотню экземпляров больше. Интересно, что санкции вдобавок продлили жизнь немолодому семейству «Урал-4320», поскольку корпоративные клиенты поменяли свою закупочную политику. Они вновь делают ставку на недорогую продукцию российских производителей. В итоге завод оказался обеспечен заказами на классическую линейку минимум до сентября 2022 года. И если ранее предполагалось, что 2023 станет последним для ветерана отечественного автопрома, то сейчас отставку решено отложить. И еще, в 2023 году «Урал» готовится наладить производство нового поколения мостов собственной разработки, а конкретно ведущих мостов грузоподъемностью от 10 до 16 тонн и управляемых осей грузоподъемностью от 7,5 до 9 тонн. Появление таких узлов позволит расширить гамму новыми машинами, в числе которых неполноприводные грузовики и тяжелые внедорожники. По планам производителя, выпуск этих новинок поможет марке обойти конкурентов, в первую очередь китайских. При условии реализации проекта «Урал» планирует самостоятельно выпускать не менее 18 800 мостов и осей для автомобилей только под свои потребности, а также около 5000 комплектующих для спецтехники. Добавим, что сейчас для многих своих моделей российский производитель грузовиков вынужден закупать детали трансмиссии за границей, в основном в Китае. А классическому мосту 4320 давно нужна более современная замена. Между тем, в Челябинскую область приехали двое первых секретарей посольства Южноафриканской Республики. В МИАСе посольским работникам показали музей истории автопрома и производственные цеха автозавода. Оказывается, представители ЮАР подбирают промышленного партнера для своей страны. Так, по словам секретаря посольства Секоми Махубы, в провинции Вестерн Кейп есть сборочная площадка, где прежде выпускались грузовики Mercedes. И теперь тамошние власти подыскивают автопроизводителя, готового оживить замерший конвейер.